Как просить Матрону о здоровье своем и близких? Матроне можно молиться не только о своем здоровье, но и о здоровье близкого человека. Придя в храм, нужно отдать записку о здравии, а затем под лигом Матроны Московской поставить свечи и прочесть молитву. Итак, молитва Матроне о здоровье. Блаженная старица Матрона Московская, молю тебя о здравии раба Божьего, рабы Божьей, называется имя человека, и исцелении от греховных помыслов, да будет воля твоя, аминь. Затем нужно перекреститься, а уходя из церкви приобрести 3 свечки и набрать священной воды. Дома нужно зажечь свечи, поставив их около священной воды, представляя человека, о котором читается молитва. В добром здравии нужно произнести молитву много раз. Молитва Матроне о здоровье близких. Блаженная старица Матрона Московская, молю тебя за любимого человека с именем, называется его имя, избавь его, ее от телесных струпьев и очисти душу от накопившейся сажи. Подари ему или ей благодать в виде крепкого здравия и отпусти все грехи, совершенные доселе. Да будет воля твоя, аминь. Молиться нужно в одиночестве, а священную воду следует добавлять в напитки, которые пьет тот, о ком молитесь. Делать это нужно тайно.